Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня мы познакомим вас со стратегией для бинарных опционов FX Bliz. Эта стратегия содержит в себе индикаторы, которые основаны на таких двух инструментах, как Average True Range и HAL Moving Average, и является трендовой стратегией с удобной цветовой визуализацией. Также она включает в себя информационную панель с технической информацией про выбранный торговый актив. Обратите внимание, что стратегия FX Bliz является платной и продается на сайте автора за $27. Но с нашего сайта вы можете ее скачать абсолютно бесплатно. Ссылка на статью будет указана в описании под этим видео. Обзор индикаторов стратегии FX Bliz для бинарных опционов. Стратегия FX Bliz разделяется на два шаблона – мод 1 и мод 2, которые различаются между собой количеством сигналов. То есть первый шаблон является более консервативным вариантом торговли, а второй – более агрессивным. В остальном оба шаблона похожи и зависят от тренда. Поэтому прежде чем начинать торговлю по данной стратегии, стоит изучить, что такое тренд, что такое фаза тренда, бычий и медвежий тренды, флэт. После этого вам будет проще понять, как максимально эффективно использовать данную стратегию. Ссылка на видео про тренд на нашем канале сейчас появится в правом верхнем углу, а также ссылки на статьи будут в описании под этим видео. В состав FX Bliz входят три индикатора. Первый – сигнальный, второй – трендовый, третий – информационный. Сигнальный индикатор отображается в виде стрелочек. Настроить в нем можно только алерты, поэтому поменять самому частоту сигналов нельзя. Трендовый индикатор удобно разделяет график на два цвета, благодаря чему визуально сразу становится понятно, какой преобладает тренд на рынке. То есть синий цвет говорит о бычьем тренде, а красный – о медвежьем. Настроек у этого индикатора довольно много, и основан он на истинном диапазоне ATR и скользящих средних по формуле Халла. Индикатор ATR показывает волатильность рынка за определенный средний диапазон, а скользящая Халла является более гладкой и плавной скользящей средней. При желании вы можете поменять настройки обеих индикаторов, если в этом будет необходимость. Помимо основных переменных, есть возможность настроить цвета и алерты. Информационный индикатор представлен в виде инфопанели, на которой можно видеть такую информацию. Название торгового актива, таймфрейм, текущая цена, спред, время до закрытия свечи, тики, текущий тренд, ATR за 100 дней, дневной ценовой диапазон текущего бара, ценовой диапазон предыдущего бара, свопы покупок и продаж. В настройках можно убрать любой из вышеперечисленных пунктов и поменять цвета, а также расположение панели. Говоря проще, ее можно сделать намного информативнее и компактнее. Правила торговли по стратегии для бинарных опционов FX Bliz System. Перед началом использования этой стратегии необходимо определиться с шаблоном и выбрать для себя либо консервативный стиль, либо агрессивный. В первом случае вы будете получать меньше сигналов, а во втором – больше. Но независимо от выбора, правила торговли будут одинаковыми. Опцион Call покупается в случае, когда 1. Фон графика окрашен в синий цвет. 2. Появляется синяя стрелочка, направленная вверх. Опционы Put покупаются в случае, когда 1. Фон графика окрашен в красный цвет. 2. Появляется красная стрелочка, направленная вниз. Для этой стратегии желательно использовать таймфрейм 5 минут и экспирацию в 3 свечи. Но при желании вы можете использовать любой удобный для вас таймфрейм и время сделки, но обязательно тестируйте на демо-счету. Сейчас на реальном примере мы попробуем подторговать с таймфреймом 1 минуту с экспирацией в 3 свечи. Сигналы по этой стратегии появляются нечасто, и для удобства в ней предусмотрены алерты. Поэтому в момент, когда появляется сигнал, вы получаете уведомление в терминале МТ-4. При тестовой торговле мы получили сразу два сигнала почти одновременно на двух разных валютных парах.
Заключение. Платная стратегия для бинарных опционов FX Bliss является крайне простой в понимании благодаря ее визуальному сопровождению. И поэтому даже новички смогут быстро ее освоить. Несмотря на это, не забудьте протестировать ее на демо-счету перед применением на реальном счету. Также очень важно использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, которые помогают сберечь ваши деньги на депозите. И помимо этого, торговать лучше всего через проверенных брокеров, найти которых можно у нас на сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов. Ссылки на статьи про мани-менеджмент и риск-менеджмент вы можете найти в описании под этим видео. Спасибо за внимание. Хорошей торговли!